have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Привет, привет. Доброго времени суток. Ну, собственно, находясь на... Что, блин? Очень громко. Это было громко, да. Учитывая, где мы находимся, тут время суток не особо как влияет. Тут всегда темно, мокро. Блин, а что это за шопинг-карт такой, который нам доставили? Ой, там 5 стержней, да. Там еще супчика мы... Я его оставил обратно. Оставил обратно, да. Ну, то есть правильно. О, нам даже боеприпасы привезли. Стопью. А, минуточку, вы хотите сказать, что команда относит боеприпасы обратно? Да, он потащил обратно боеприпасы. Так, это плохо, ребят. Я сумку себе покупал, видимо, уже нет сумки. Ну, как бы, окей. Сумки здесь нет. Я могу тебе дать пустую сумку. Ты кого клоуном назвал? А есть какие-то вопросы? Так, ребятушки, что у нас сегодня по... Ох, блин, их реально отнесли. Что у нас сегодня по квестам? Куда мы идем и куда мы направляемся? Что будет происходить? У нас, кстати, впервые, наверное, впервые за историю Баратравмы на нашем канале мы продолжаем ту же серию, которую мы, типа, начали в прошлый раз. Мы не взорвались, не утонули. Удивительно. Вот это флип-дэнсы тут происходят просто. Когда заиграла любимая музыка в наушниках. Чувак, ты не хаски там случайно? Так, ребят, 260 метров право, низ, мол, так. Я балалайка. Право, низ, блин, хорошо. 200 метров. Кто там не написывает? Чуваки, ставите на Лельцетронта или кто-то из наших сейчас. Я пока на эту пушечку низ, сяду. Низ я внизу, я внизу. Я внизу. Смотрю, ну, короче, вниз. Готовьтесь, так что там дно откусит. Понял. Не надо. Вот сейчас я эти 17% стреляю, и прям хорошо будет. Мотоглав 70 метров над нами. Над? Да. Рус, бегай за боеприпасами сразу. Так их, эти придурки их отнесут. Сверху! Мне все равно, я пошел за костюмом, пока, ребят. А, ну заливать начинаем? Да, стреляй по ним. Никого не вижу в данный момент. Здесь вода. Черт, маска? Ты что за кузов? Как ты там? Там, возможно, кто-то... Молотоглав! О, вижу, Хаммерхед. Огонь! А костюмы на уровень ниже, я да? Я его даже не вижу. Какой огонь. Боеприпасы! Сейчас я тебе поменяю, погоди. Хана! Бум! Бога здесь нет! Ну, нехватка боеприпасов. Сейчас 100% нам жрут обшивку. Гаси! Ну нафиг отсюда! Отстань от моей обшивки, это мой корабль! Я тебе сейчас принесу новый ящик, я тебе пока что бэушный притащил, сейчас притащу новый. Да, я заметил. Просто надо тот было быстрее поменять. Отстреливай! Отстреливай, и я тебе дам новый. Я сейчас на нем вылезу. Я сейчас по нему с револьвера буду стрелять. Давай, почти добил. Ты достреливай, да? Все. Да. Пока он близко, давай. Зарядил, гаси. Yes! Сильно. Так, сейчас надо на нижнюю прыгнуть, посмотреть. Надо вторую пушку. Грязет! Надо пушку зарядить, я сейчас принесу боеприпасы на нижнюю. Да, собака ты. Пробуй сверху. Надо всплывать начать. Как это все медленно делается. Так, насосы поставил. Несу нижние боеприпасы. Ну-ка. Давай. Гаси. Ну нафиг отсюда. Реактор горит. Разнесло. Хорошо. Реактор горит. Что, блин? Ребят, мы пузиком сели немного. Но сейчас всплываем наверх. Так, реактор. Не работает реактор, что могу сказать, ребят. Ну-ка же. Выйди из комнаты! Я сейчас задохнусь, у меня маска заканчивается. Так, как с этим работать? Баллоны внизу. Предположительно можно сделать вот так. Так. И вот так. Выйдем. 3.20, слышишь?
Я вас уверяю, я починил! Блин! Откуда вы взяли маску клоуна? Миночку, на что ушел наш бюджет? Я на корабле нашел. Когда мы... Ой, на аванпосту, который мы защищали... я его подобрал с трупа. Ты держал к этому, к этой серии, да? Я с прошлой в серию в ней хожу. Блин, неужели я забыл, что было? А в прошлой серии, ладно, это на самом деле было давно, 2 недели. Я реактор починил тем, то, что пнул кнопку. Классно. Амнистия не одобряет данный подход к решению этой проблемы. А понял. У меня... Так-то лучше. У меня ушиб. Вау. У меня тоже, кстати. Но ничего не сломано. Есть, я буду жить. У меня также. Но так. Только у меня, кажется, ничего не сломано. Ну да, да, оно так и написано. Так, боеприпасы принесли. Блин, а почему ты, стреляя вниз, не стрелял из рельсотрона? А потому что а оно вгрызло пушку, да. Я понял. Молотоглав был сверху. Так, mm-hmm, эта мелочь точно. Прям пушку грызла. Офигенно. Так, но на самом деле нам нужно где-то достать денег, потому что это реально наши последние 2 обоймы. Я, кстати, чуть на левую кнопку мыши не нажал. Тебе сейчас очень не повезло. Ах, убери пушку. Спасибо. Тихо, 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 тихо. Supplies, я, наверное, положу сюда. Ой, энергетический напиток. Иди сюда. Сонар. Стой. Сонар, фонар. Плазма-катер. Ребят, а кто управляет кораблем? Кто наши посудины управляет, если вы тут балуетесь? С разгона щучка в этот отсек нырнул. Ты это заснял, Фрум? Не уверен. То есть, если я и заснял, но я этого не видел. Потом нужно будет посмотреть. Он так эпично улетел вниз. Сейчас я свет выключу. Блин, душу молотоглаз под лодкой упал и не пожарим. Видимо, стало лучше. А что это за рыба дохлая на фоне? А, это молотоглавый кусок. Нет, 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 не, маленькая рыба. Это, скорее всего, кусака какая-нибудь. Которую я разорвал. Эти медузы какие-то. Бога здесь нет. Да. И рыбка. Это из... Погоди. Горизонт событий? Не знаю, мы просто в Вальхейме... Это из песни Рамштайна. В Рамштайне немножко на другом языке поется, если что. Кавер от радио Тапака. Радио Тапка? Тапка. Мы лично просто перед всеми... Мы что-то ставили? Что произошло? Что? А, ну да. Мы 2к заработали. Норм. И почему-то мы коалиции Европы поднасрали. Ну дай! Кстати. Ну потому что убивать хаммерхедов так... А мы их 2 убили, серьезно? Ладно. Ах, неожиданно. Мы выполнили 2 квеста. Сами этого не быстро, подозреваем. Быстро, да. Быстро. Не, я подозревал это. Не знаю, чего там не подозревает. Ребят, кто вдруг понимает, что происходит, пишите, пожалуйста, в комментах, потому что я просто зашел на лодку, в панике побегал за патронами, потом повтыкал, что получилось, и опа, мы выполнили 2 квеста. О, фига, стержень дешево стоит, купить можно. Нужно, я бы сказал. Так, деньги есть, да, можно купить все, еще одну, можно пушку еще одну купить. Нам бы патроны. Нам бы патроны, а не пушку. Мы отбиваться могем, нам было бы чем. Что вот это за шахта? Объясните мне, пожалуйста. Я не знаю. Я думаю, что я сейчас опять поломаюсь. А, ну напрямую сюда. А, хорошо. Кого? Боеприпасы. Возможно, на военном посту. Стой. Тут можно какую-то всякую... А тут все закончилось, прикинь, я захожу в автомат торговый, а там все закончилось. И нафига оно мне? Меня предложили присоединиться по печи. А нет, не... Стой. Tasty fruit, smike. Я могу... Минуточку, а деньги все могут тратить или только кэп? Все. А сколько у нас... Где посмотри, сколько у нас денег? Да жмешь в магазине что-нибудь. Ну? В
О, ящик с боеприпасами. Покупай. Боеприпасы. Для магнитной пушки нужно. Да. Ты уверен? Раз, два, я пойду три. Просто посмотрю пару. Ну ты посмотри, но я уверен. Ну, я понимаю, я же не собираюсь оспаривать твое мнение. Мне нужно для себя убедиться, что тут происходит. А где ты их закупаешь? В магазине. Посттоваров? Логично, просто да некуда. А, ну вообще-то да. Так, это, конечно, все классно. Мне бы купить себе для сварочного... А где, посмотри, как называется пушка? Потому что я навожу... А, типа на боеприпасах? Ну-ка. Ой, что это так долго? Койлган, ну типа магнитная? Поставь русификатор. Не, не собираюсь. Мне комфортно, серьезно, ребят, мне комфортно играть во все на английском, ну или на украинском. А то, что я делаю все на русском, это исключение для канала. Так что это даже не второй мой родной язык, учитывайте. Жесть, флаг ты упоран, конечно. Рваная рана, легкая. Ну, она же легкая. Не легкого, а легкая. У меня? Легкая. У меня? Да, у тебя. А, ну ладно. А что если начать стрелять по аутпосту? Ничего хорошего. Можно я себе ногу верну? Нет. Ладно. Ой, вот зачем ты сказал про... Вы нашли изуродованное тело в одежде шахтера на нашивке имя Руди. Проверьте содержимое карманов. Вы нашли деньги. О, я хочу вам эти деньги. Сколько? Поделился, жмурик. В этом все по базе ползаете, я без понятия. Ладно, сейчас я подойду. Да я не знаю, где я. Я пытаюсь к медику прийти лично. Я пытаюсь прийти к медику, чтобы полечить нас. Потому что мы болтусы ходим. Тут можно субмарину поменять, фига себе. Не надо нам такое, это дорого. Клоун торговец продает только этанол. Вот как понимать? Это бухло. Понял. Кто таким бухает, ребят? Но люди, не поверишь. Не то чтобы я сказал, что я прям эксперт по этому делу. Я вам больше скажу. У меня денег нет. Я не пью и никому не советую, но это звучит бредово. Так, ремонт моего тела обойдется в 16 кредитов плюс 5 кредитов. А, слушай, Руди можно вылечить. Зачем? Нет, нельзя. У него укус лица, укусы тела, укусы ног, рук. Дайте денег. 5 канапов раз. Но знаете, в чем прикол? Написано, что он мертв, но мне снизу рекомендуемое лечение. Первый пистолет. Второй пистолет. Ой, все ясно, Фирер П достает оружие, когда на него уже направлено. Ну так уж и быть, 40 кредитов обойдемся, давай. Ой, я какое-то яйцо подобрал, ребят, нам надо яйцо... этого, грязевого раптора. Где может мы его выносим, высидим? Поэтому... Что? Где? Где ты? Зачем тебе? 40 кредитов на пол. Ребят, ну нафига? Ты мне башку прострелил! Ты случайно, я не хотел! Один пошел гарпуном, блин, звенеть, другой этот. Беги! Меня присосало к двери. У меня в груди торчит. Кстати, нам сварочные баллоны нужны. У нас денег на них нету теперь. Да, нету. Лечили, да. Да пошли. Это... Я думал, мы тут типа это, а мы даже не близко не это. Я случайно, я не хотел. Я хотел убить сразу, я случайно тебя оставил живым. Я хотел. Берем задание, уплываем. Давай. А зеленое с двумя палочками, это что за обозначение? Я это забрал. Это улучшение подлодки. Опять же, бабло надо. Как ты перенул два патрона из револьвера в голову?
На, ну я это. А, так ты меня два раза выстрелил? Как у меня два револьвера? Сейчас иди сюда, я тебе второй гарпун в башку сажу. Не надо, мне достаточно было. Я осознал свою ошибку. Каких сепаратистов? Вы чё, блин? Знаяцких. Я сам себя люком зажал. Так, перевозка сепаратистов раз, добычу не берем. Молотоглавы. Не будь таким зажатым. Так, медицина. Тут, кстати, по медицине что у нас есть? Повязочки, морфин. По медицине посмотрел? Я могу начинать. Я на лодке. Я не на лодке. Пофиг, ну, пофиг. Я тебя заберу. Хорошо. Добыча минералов. Такси вызовешь? До лодки? Ну да. Я бы так много денег на лечение потратил. Так, блин, ты его сам калечишь. Да он ухо не стреляет, знаешь. Было бы меньше денег. Не тыкай в меня стволом. Жилянские сепаратисты, блин. Пожалуй, пойду возьму под сумок и положу револьверы до Даши, я их без причин не доставал. Старательский аванпост Ганпро. Кого? Отдай ящик. Ганпро. Ганпро. Да. А ящик? И где? Внизу. Кто? Кто? Пояс инструментов. Который я только что отдал. Да. Поезд инструментов падать не имею где. Алонзо говорит, иногда мне кажется, что мы просто марионетки на ниточках. Пляшем и умираем на потеху неведомой сущности, притащившейся... Они о чем-то догадываются. Вот баллоны. Это я что, могу теперь не с пустым сварочным аппаратом для вида бегать? Да, я тоже себе этот зарядил его. Да, ребят, сварочный аппарат понадобится. Хотя, с другой стороны, у нас боты, в принципе, неплохо с этим всем управляются. Да, я вообще с самодержанием очень сильно хорошо управляюсь. А чё это? Опа. Кто там уже? Аванпост накренило. Может, мы так плаваем хорошо? Смотрите, ребят. Конкурсы по нырянию, как бы. Ну, мы отстыковались, но... Может, по этому. А, серьезно? Я вот так вот делаю, смотри. Кто пол мазелином? Первые 40 лет детства самые сложные. Да. О, пролезал! Так, давай, покажи мастер-класс. Сейчас поставлю. Я лучше посмотрю, что тут. Смотри, зря. Не, я не хочу этим управлять, я хочу посмотреть. Смотреть, ну смотри. Я не знаю, куда мы плывем, вокруг нас ничего не скатится. Ну вон карга, типа, по 1.5 километра чуть меньше сейчас. Ага, карга. Гангпо, ну ладно. Гучи гэнг. Ага. Это нужно сказать трижды и быстро, не надо. Посижу пока что на верхней турели. Попялюсь. Идите там, я не знаю, проблем найдите. Я могу их устроить, в принципе. Это как починщик Windows. Поиск дополнительных проблем. Пожалуйста, не надо. Сверху до рыбы два штука. Четыре штука. Сколько сверху? Вижу. У меня стая рыбы вроде мирные. Вон, да, нас очень мирные рыбы едят. Ребята, они пошли к задней части. Кормили, ну на задней вижу. Части вы не захотели пушку покупать? Не то, чтобы да. Не захотели. Нам просто денег не хватило. Надо нам было хватило. Два огнестрельных ранения в голову залечить. Да не, нам хватило. И одно в грудь. Я не тону там? Понятия не имею. Да, нормально. Вообще он с нами в отсеке был, можно было сказать то, что мы не тонем. Ну, но я вообще, на пушке я, сижу. Я как бы был сценин. Класс. Ребята. Где? Да. Класс. Кто такое? Реактор сдох. О, а кто свет отключил? Реактор сдох, говорю. Ух ты, у нас что, первый топливный стержень, который полностью съели? Это что, никому доедать их не надо? А ты просто... Не, зарядил его и все?
Чёрт. Ой, а мы... Ой! А, ой, ну ладно, ой, пофиг. А долбо... Ой, а молотоглав, ой. Где этот долбоящер, стой? А можно долбануть по ядерному реактору, чтобы он завелся? Мы сели на это, молодцы. Нижние пушки стали резко бесполезными. Ой. Ребят. Вроде... Вот он, гаси! Вас сильно обрадовать? Да. Давай. У нас в реакторе протечка, это раз. Реактор не хочет нормально работать, это два. У меня прожектор выключился. Это три. Я пытаюсь его сейчас вручную завести. Давай. Залкача. Да, дорогие. Так, ну насосы откачивают, и на том спасибо. Ага. Ну как бы у нас потребление 3000 киловатт, а у нас выработка 1400, как бы, ну. Пятилетка за 2 года. Так, я походу напугал молотоглава. Ну либо он помер. Это что там было? Ну вроде норм. Вроде плывем. Не знаю, куда плывем. Нагрузка в районе 3. Ну блин, мы до нижней, но до нижнего не достаем, надо бы немножечко. Мне бы скафандр одеть. Ну раз молотоглав мертв. Да, есть. Грохнули, хорошо. Да. Молодцы. Я не заметил даже, когда сделал. Кто там стол грызет уже? Так, вроде откачиваемся потихонечку. Ух. О, там пещера есть. О, оно приплыло к нам, да. Ну, то есть... А как ты его так быстро из этой пушки убил? У него что, дофига жизни? Но я не знаю, его просто скосил довольно быстро. Неплохо. Нет, вот он у нас на корпусе валяется. Он у нас сверху, да, я же говорю, он приземлился к нам, приводнился, приложился. Пристыковался. Нет, немножко другое. Мы не хотим всплывать вообще ни в какую. А камера балласта Б, которая подо мной, почините, пожалуйста. Кого? Это спереди, камера балласта, которая спереди. Сейчас. Не хочет работать. Как так? Так, погоди, это помпа автоматическая. Нет, стой, это нас смоет, да. Помпа работает, кстати. А, ну у нас... А, подожди, я дверь могу заварить просто, да? Да, но лучше этого не делать. Да, понятно. Так. Ой. Передумал. Ну, насос там работает, и воды там нету. Ты имеешь в виду... Так, а нам, чтобы всплывать, нам не надо набирать воду. Там воды нету, там пусто. Ну, я исправил, что там пусто. Skill may be first used. Items, electrician, engineer, мне 50 уровень нужно инженерии, и я некоторые вещи не могу щупать, к сожалению. Что ты тут это, Слаг, говоришь, все хорошо с комнатой была? А, нет, ну ладно. Да я заварил. Молодец. Ее надо было варить? Ну там стеночку погрызли. А, сверху две цели. Да ладно, забейте, да он поста уже доплывем. Так... Не вижу. Не доплывем. Не доплывем. Грызут. А где грызут? Балласт на полную мощность, сейчас всплывем на поверхность Европы. Ну хоть как-то окажемся в Европе. Так, ты там щупаешь. Опа, сейчас разбегу вон пост. Смотри, давай без разбегу, давай просто. Давайте как-то аккуратненько. Нет, зачем? Словно экипаж починит. Стой! Стоять! Тормози! У меня ачивочка приехала, безопасность не гарантируется. Ну так... А, коалиция Европа 5-3. Мы, по-моему, по локации выбираться будем. Не, ну мы в минус пока не ушли. Они нейтральненькие, но они до поры до времени нейтральненькие, поэтому... Да ладно, все равно как-то. Ой-ой-ой. Так, джентльмены, предлагаю где-то в задней части корпуса пушку поставить. Да, да. Поддерживается. Думаете?
Ну тогда с экипажа деньги на покупку штор собираем. Немножко школьного юмора. Да. У меня денег нет. Ребят, кто это смотрит и кто до сих пор в школе, пожалуйста, отпишитесь, очень интересно. Потому что у меня моя статистика по просмотру видео, она не дает настолько подробную информацию. Блин, я ушибся, твои заново с лестницы упал. Я там примерный возраст вижу, но опять же, это ж все вранье, потому что кто же в Ютубе будет писать свой настоящий возраст, правильно? Ну, вот. Лично мне 44 года, я живу на севере моря. Ну вот, все знают, да. Это так. Очень доступная информация. Но меня может, выпустил. Может, ядерный реактор на вонпосту взрывать? Ой, красть можно. Чтобы не втыкали. Так. Что, говорить, пушка нужна, да? У меня денег, кстати, вообще нет. Значит, деньги распределяются... Капитану в карман. Да. Да. Так, ну дайте смотрите. Денег! У меня тут эти бинты поски. А, блин, ладно, пойду. Ну, в магазин, да. Так, что нам там хотели бы? Так, что нам поставить? Смотрите, у нас есть магнитная пушка, цепная пушка и импульсный лазер. Погоди, чейнган — это пулемет, которая. Это прикольная вещь, кстати. Ну и пушка. Патроны нам на. Патроны она жрет, да, как не в себя, скорее всего. Может, магнитную? Ну, выбирайте, денег можно, на то и на то хватает. Можно стырить скафандр на аванпосту. Не тырь, минус репа. Понимаю. Там дверь. А если закрыть. Они об этом не знают? Причем даже поменять баллон, и то, типа, воровство. Хотя я его не краду, я его меняю. А где корабль? Черт побери. Я потерялся, я заблудился. Так что берем? Пушку берем, патроны к ней берем. Все берем. Ну, что еще нам нужно? У нас мониторов хватит на нее. А, кстати, нам же перископ дополнительно надо устанавливать. У нас есть свободный перископ на переднем прожекторе. Я не знаю, если его можно туда подцепить. Жесть, конечно, вооружение стоит. Ну да, торговля оружием, она всегда такая. Ага. О, тут крафтилки есть разные. Можем купить магнитную пушку и дополнительные патроны к ней сразу. Да, давай. Давай. Да. Так, магнитная пушка. Благодарю за покупку. Минус 5 кодей. Минус 5 кодей у них. А чё ты сидишь тут расслабился? А чё? Я тебя сейчас буду лечить. Вас лечат, не сопротивляйтесь. Понял. Так, пойду сейчас квестики возьму. Подожди, ты мне башку проломил? Нет. Тебе показалось. Я в тебя влил энергетик. СПС. Чё у меня с ногами? Так, где мой экипаж и почему он занимается какой-то хренью? Я прихожу, оно тут сидит. Я в него энергетик закинул. Я теперь на тебя блевать буду ходить. Командир. У меня к вам вопрос. Всех искупал. Так, ящик с боеприпасами. Не подходи ко мне. Ты не повредил желудок. Я ничего не знаю, не подходи ко мне. Я тебе сейчас. Че у меня? Я тебе инопланетную кровь сейчас переливать буду. Вот ты у меня таким некроморфом станешь. Я тебе что-то нормальное залил. Ладно, гадость залил. Капитан себе захотел обновочку, поэтому он пошел смотреть, сколько обновочка стоит. Чувак, эти куклы лучше не покупать на аванпостах. Капитан себе... Капитанскую рубку себе. Капитан себе хочет новое платьице. Где наша новая пушечка? Она будет после отплытия? Да. Ладно. Заходим. А где оно? Почему у нас конструктора нет? А, нет, есть. Так. О, патрончики завезли, хорошо.
New construction options. Так. А, ты, кстати, убивать перестал, все, не гони на меня. Да. Ну, орган-то поврежден. Какой? А, ребят, так мы сами можем произвести боеприпасы. Из чего? Из горной палы, блин. Из для магнитной пушки, из свинца плюс сталь плюс алюминий, для цепной пушки, короче, свинец два и титан. У нас на корабле есть медотек вообще? Есть. Да. Где? Этажом ниже, по-моему. Там, где палуба с командованием и с пушками, этажом ниже есть вроде как. А, нет, 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 на этом же, вот тут он. Вот он, вот он. Где? А вот покупки прямо передо мной. Не трогайте, хорошо? Сейчас нам, то, что нам купят, не трогайте, пожалуйста, я вас поднимайся прошу. Сюда, вот он. Куда? Медотек? Ну вот. Медицинский кабинет, пожалуйста. Так. Вот против токсинов тут тоже разная фигня. И что я из этого могу сделать? Какой-нибудь детокс. Да нифига я не могу из этого сделать. Видимо, мне нужно что-то еще. Ну живи с этим. Калий, алюминий, соединение N. Понял. Поехали, может быть, успеем в этой серии еще что-нибудь, какой-нибудь квестик сделать, раз мы закупились. Или что мы ждем? Капитан себе обновочку хочет, сейчас поплывем, подождите, пожалуйста. Хорошо, хорошо, ждем. Ай, ладно, не хочу пока обновочку. Да ладно, я не давлю. Да я не хочу пока. Вот, блин, все, перехотелка, да? Mm-hmm. Ну а сейчас будет очень опасный путь, как бы, на две серии. Серьезно? Прям так далеко нам надо? Ну, смотри, раз он пост. Ну, короче, одна. Нам нужно проплыть раз место, активировать маяк, два места проплыть, три места, четыре места. И только потом мы в аванпост сможем приплыть. Хорошо. И только там проходит сохранение, да? Да. Тогда поехали, ребят. Так, тогда надо закупиться стержнями, поставят. А переключат? Да, все в порядке. Я тогда стержни закупаю еще. Да, да, давай. Я не знаю, сколько у нас их, вы там на балансе их держите. Я видел где-то вроде как 8 было или что-то такое. С я богом. Не знаю, сколько наша посудина живет. В смысле no mission? А куда нам? Почему no mission? Все нормально. Да, просто миссии не было. Не, были, но, блин, там вообще не платят. Лучше маяки поактивируем. Ну и то верно. Хорошо, поехали. Мы любим это дело. А теперь капитан пошел смотреть, что он купил. Капитан, я смотрю, в этом подводном космосе совсем ку-ку ходился говорить про себя постоянно в третьем лице. Отлично. О, патроны. Не, поставь. Патроны. Патроны отнесите, пожалуйста. А, разгрузить? Так, я не врач. Так, смотрите, у нас есть 8 стержней, 2 недогрызанных и 1 сдохший. Догрызите, если я себе морфин вколю, может, тебе станет хорошо, но не надо. Так, до маяка километра. На днях увидеть ползуна, жуткие твари. На днях, чувак, мы кого только не видели. Ты вообще в нашей команде, кому ты это рассказываешь? Блин, этих ботов иногда послушаешь. А, вот это наша новая пушечка, ну-ка. Да? Да. Потом он цепные перейдем. Отличная возможность отстрелить себе хвост. Хорошо, я понял. У кого-нибудь есть медицинское образование? Нет. Моего персонажа хватает знаний для того, чтобы накапать масло тебе в уши и сказать, что это вылечено. А в жизни? Пожалуй, тоже нет. Скажем так, ты бы не хотел это испытывать на себе, то, что я бы тебе предложил, поэтому не надо. Блин. Придется писать знакомому человеку, который этот биологию там вроде сдает. Может, он мне скажет, что мне в пузо здесь можно воткнуть. Могу предложить гарпун. Это неплохо. Сверху рыбы 3 штука. Сейчас. Ясно. Встал на заднюю. Возможно, мимо проплывем. Возможно, это, конечно, весело, но... Но вы стоите все равно. Капитан цепляет дно, возможно. Не надо. Но это... Да я случайно. А, не, управляемость у меня прокачана, я молодец, я выровнял. Ну, похлопаем нашему капитану, твари, который только что мог угробить нас. Спасибо.
Так, сейчас на автопилоте у маячка постоим. Кто со мной пойдет ее активировать? Я. Да, давайте сходим все вместе. Команда поддержит пока что. Ура, фулл пати. Скажите, мы уже снялись? Мы уже все туда или где? Мы в маяк. Я скажу, когда мы встанем на автопилот. Скажи, хорошо, потому что я пока на пушке поторчу, а то вы сейчас без меня свалите. Что это такое? Ну я считаю, гениальное место. Короче, стоит так две цели сверху. Да чтоб его я только отошел. Мне нужен кальций, и я не успел, я побежал стрелять. Давай там. Сколько тебе много всего надо, кальций, блин? Иди творожка поешь, нормально тебе будет. Творожка в этот, в крафтилку для медикаментов засунь. В рот запихай его себе, нормально, не в крафтилку. А это мне желудок типа закрой, да? Кальций тебе выработает. Так нету никого, что, далеко они, нет? Нету. Ну тогда. Ну прям на хорошем расстоянии смотрю, нету, не так, вижу. Так, стан, один, два алюминия, это я для себя говорю, если что, забейте. Я понимаю, забиваем. Тут капитан себе обновочку хочет сделать. Задолбал. Блин, там, видимо, кукла непростая будет, но многофункциональная. Два цинка, три кальция и три калия. Так, ладно, ребят, собираемся в поход. Оп-оп-оп-оп-оп, сверху, иди, к тебе идет, на другую пушку. На верхнюю. Вон. Ого! Я не достаю отсюда. Не жри мой потолок, я... Всё, снял, всё, всё, одного снял. Видел. Чертила! Разорвал. Ещё один. Ещё одного сзади снял. С твоей стороны пока не наблюдаю, не вижу. У меня один убежал успешно. Он вернулся, и я его разорвал в первом же попадании. Ну, на корме минус два. Да, сверху у меня еще трое висит. Камера балласта, протечек не осталось. Где есть протечка? Так, нету, зал. Говорите? Да, все, никого. У меня пусто, да. Быстро собираемся, идем, быстро все, делаем. Поехали. Я вас жду, если что. Нам за скафандриком и это... Я вас тут уже жду. А еще мы где-то один баллон кислородный посеяли. Я его себе в маску поменял. На ванпосте найдем. Все? Да. Я тут. Смываемся. Уф. Вниз, тупо. Высокое давление. О! Бегите! Бегите! Глупцы! Оставьте меня с ней одного, один на один я здесь. Откройте. Нет. Пожалуйста. Мне ногу откусили, впустите меня внутрь. Да ёпер СТ. Спасибо. Зараза. Оно мне ногу отгрыз. Я справлюсь с ним. На нижнюю. Сними скафандр. Я сниму. Бам. Бам. А фиг ли у нас еще протечки до сих пор? Где? Бам. Не по мне. Я тебя убил, что ли? Не стой под стрелой. Не знаю, я бегать не могу. Я... Тут есть friendly fire, окей. Ой, что-то мне приплохело. Ну я не знаю, убил я эту штуку или у нее осталась там сопля жизни какая-то. Сейчас посмотрим. Ребята, у меня что-то кровь течет, по-моему. Иди латайся, там бинты есть. Ой-ой-ой, я что-то полностью уже забрызгал. Если что, мы тебя 2 минуты подождем до респауна. Че там мне вколоть надо? Бинтик? Бинтик вколоть, да, они обычно вкалываются. Ну тогда, так, что там еще можно вколоть? Черт, как-то неприятно получилось. Ну ладно, по крайней мере, эту штуку отстрелили. Мне не понравилось. Что там по хпшке, сейчас я посмотрю. Ну морфин вколол, вроде норм. А я не могу? А так я посмотреть не могу. Ну хорошо. А я могу просто по приколу себе морфин положить? Ну, наверное, да. Ты ж, кто там говорил про зависимость? Вы же сами говорили, типа, зависимость будет. Хорошо будет. Ну-ка. Могу? Не, на самом деле у тебя неплохо по жизням. Ты желтый, но у тебя именно по жизням неплохо. Как его вколоть?
Я хочу. Ладно. Скафандры, пойдем. Я хочу кое-что протестить. Подходите. Подожди, подожди. Сигма. Сигма. Сигма, стой. Не убегай, пожалуйста. Я протестить кое-что хочу. Сигма, Сигма, сними скафандр. Пожалуйста, сними скафандр. Это плохо звучит, сними скафандр, блин. Пойдем, 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 поехали, все. Вот. Не та кнопка, блин. Ну ладно. Быстрее, плывем. Заодно узнаем, убил ли эту штуку или нет. Она где-то на дне должна валяться, если она сдохла. Что-то я далековато припарковался. Ну я взял с собой три баллона. Ход. Плывай. Что? закрыть. И входим. Класс. Вплываем. Поехали все вместе. Вау, вот это тут реактор классный. Возьму-ка я ножик в руки. Так, чё Сигма такой молчаливый? Так, оно током бьется, блин. Я его пытаюсь чинить, но оно током бьется. У меня был выключен микрофон. Выкачан полностью? Да, выкачал микрофон. Куда ты его выкачал? Так. Так. А, тоже током шандарахнул. Люблю такое. Подарит? Ну тут, кстати, вот это еще надо починить. Сейчас починим, сейчас поедем. Пока ты там варишь, свари еще супчика, пожалуйста, на всю команду. Я чуть кого-то из вас не сварил. Это что получилось? А здесь стоит этот... небольшая гидроэлектростанция. Можно без топливного стержня обойтись. Это что, экономим? Она двухголовая? Чего? Ну, она гидро. А-а-а. Тут стержень есть и... Так, сварочный баллончик. Стержень? Вот тут, забирай. Я вроде все закрыл. Ребят, воруем, пока не видят. В шкафчике забери, пожалуйста. Что тут вот есть? Вот там льется. Ой-ой-ой, ребята. Да все, тут выкачали нормально. Тут еще этот... Ой-ой-ой, вкусно. Я забрал тут только сварочный баллончик. О, вот и кислородный баллон, которого нам не хватало. Давай, забирай. Так, вроде все хорошо. Я еще фонарик нашел. Все, ребят. Теперь... А как сюда залезть? Ладно. Сейчас активировать еще надо. Давай. Сейчас. И ты там чинишь, да будет свет. Есть. Фу, что, уходим? Да. Мы оставим тут пробоину, ну ладно. Да пофиг. Какая разница? Да боже. Стой, стой, давайте все вместе сейчас нормально пойдем. Да что? А ты неплох. Да, что есть, то есть. Поехали. Давай, смываемся. Ура, смыв. Теперь туда, наверх. Как-то мы близко подплыли, по-моему. Ой, а... У меня есть подозрение. Например? А мы на него сейчас пузом сядем, да? Да не, ну да. А мы Фрума там оставили. Да я тут, я тут. Да не, видишь, слышишь, говорит, он тут, он тут. А? Меня что-то смущает, то что у нас на корабле света нет. Это норма. Это они экономят. Ну стержень просто доели. Приятного им, Тита. Так, выключить и включить. Не, погоди, мне надо баллончик на зарядочку поставить. Нам бы стержни топливные на зарядочку поставить. Так, вы это, немножко все разберите, сейчас буду, секунду. Так, вообще вот этот вот еще баллончик надо поставить. А вот этот баллончик я возьму себе сюда. Вот этот баллончик мы возьмем себе сюда.
Все, супер. Баллоны на зарядке везде стоят. И это хорошо. А почему у нас боты автоматически стержни не меняют? Потому что никто не назначен на реактор. Mm-hmm. Красавчики. Сидят такие в темноте. Так. Ну что, ребятушки, тогда будем, похоже, на этом заканчивать эту серию. Наше приключение, конечно же, продолжится в следующей. Будем ждать этого с нетерпением. Вы это увидите позже, мы это будем продолжать сейчас, потому что у нас выхода нету, сейва нету. Поэтому пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.